Самарская область не остается в стороне. В 16-й раз грузовик, заполненный коробками и мешками с провизией для бойцов и мирного населения, отправляется в зону специальной военной операции. Сегодня груз будет отправлен, он будет догружен, потому что у нас уже один склад наполовину полный стоит. И мы сейчас нашим КАМАЗом, и сегодня в ночь мы пойдем уже в сторону Сватова. Мы его отправляем в расположение 2-й общевойсковой гвардейской армии. Внести свой вклад в формирование гуманитарного конвоя может любой неравнодушный гражданин или организация. В сборе этой партии принимали участие Общественная палата региона, Торгово-промышленная палата Самарской области, Нотариальная палата Самарской области, Народный фронт, представители бизнес-сообществ. Коллектив «Самара-Стат» неоднократно становится участником акции. Все по велению души, рассказывает руководитель Дмитрий Бажуткин. Такая система помощи самым необходимым, а тем, что востребовано и, возможно, как бы, ну, не было бы поставлено участникам СВО, проводится по всей линии Росстата, и мы с ней с удовольствием вместе с территориальными органами других субъектов участвуем. Комитет семей воинов Отечества вносит большой вклад в формирование гуманитарного груза. Собирает от бойцов информацию о том, что на данном этапе им нужнее всего, и передает организациям, выразившим желание принять участие в акции. Так помощь становится адресной. Все очень быстро происходит. Самара необычайно город, который откликается на все просьбы. Только попросили, тут же собрали КАМАЗ очередной. Новая партия гуманитарного груза отправляется в зону СВО в город Сватово. Одежда, постельное белье, предметы личной гигиены. Отправной точкой сегодня выбрана площадка перед музеем «Самара космическая». Место сбора было выбрано не случайно. Ракете-носителю семейства Р-7, которая возвышается над музеем «Самара космическая», в этом году 60 лет. Эти ракеты выводят грузы на Международную космическую станцию. Символично, что и сегодня гуманитарный груз отправляется туда, где он может пригодиться. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.